Привет, друзья! В сегодняшнем фильме вы увидите, как извилистый путь нашего экипажа практически нос к носу столкнул нас со смотрителем Каменского озера. Такой встречи не ожидал даже я. Силуэт горы напоминает какое-то лицо какого-то существа. Два глаза в виде пещеры, посередине кусок или огрызок носа. Наверное, это смотритель Каменского водохранилища, потому что его взор направлен прямо на озеро. Нашел вот такое красивое место, напоминает навес и столик. Не хватает только стульчиков. Не знаю, видно здесь или нет, потому что снимаю против солнца, а с другой стороны снять не получается. Крутой обрыв. Офигенски красивое место.